Добрый день. Мы сейчас пришли на наш первый объект с таким брусом. Мы сейчас покажем вам. То есть мы поменяли конфигурацию бруса. Поближе мы покажем вам сечение, чтобы было понятно. Вот оно, как он лег. Сечение. По просьбам наших заказчиков сделали его немножко значительно выше, при той же толщине. Вот как выглядит стена со стороны. Вот мы сделали здесь, ребята работают, сделали здесь выкрасы. Заказчик будет выбирать, какого цвета он хочет стену. Мне лично понравилась серединка. Ну, как говорится, на цвет и вкус никого нет. Вот у нас такой замочек, такой прикольненький, новый. И вот такой замечательный брус. Вот видите, нависание, все правильно сделано. Вот такой замечательный брус сейчас будет применяться в нашей компании.